В гостях у Елены. Всем привет! Это канал «В гостях у Елены». И это наша теплица с перцами. Сегодня 27 сентября. После месячного отсутствия я приехал собрать урожай. Вот. Ну и сейчас я вам покажу, что здесь выросло. Вот такие вот перцы у нас. И баклажанчики есть. Вот они. Вон. Очень много вот этих вот маленьких детских перчиков. Они прям усыпаны. Очень они понравились малышу нашему. Он их прям с куста, с двух рук хрумкает. И очень доволен. Прям усыпанный. И красные, и желтые. Вот их видите. По сортам я вам не могу сказать. Ну вот знаю вот эти вот малыши, это вот детский перчик. Вот, посмотрите, какое буйство. Вот они. Стебли не выдерживают, гнутся. В некоторых местах даже ломаются. Очень-очень много. Сколько мы уже закаток сделали. Они все дают и дают. Какая красота еще. Даже вот. Вот он, стебель пошел. Вот на нем перчики висят. Вот он дальше идет вверх. Полка. И вот на полочке тоже зреют. Два.
цветущие есть. Вот цветы. И большие. И совсем малыши. В общем, перцев море. И тут черик у нас дозревает, последний отдает. Отсюда тоже уже собирали, снимали урожай. Вон их там. Теплица сейчас 14 градусов. На улице где-то 6. Ливень идет нон-стопом. А вот баклажанчики. Ну, вот такой вот урожай. И сейчас я буду его собирать. Кругленькие. Ну, а потом покажу, что собрал. Итак, собрал я. Вот получилось 1,5 сумочки. Тут еще помидорчиков с куста дособирал. Ну вот. Это урожай на 27 сентября. Еще много осталось зеленых. Собрал я не совсем все. Много еще висит. Вот. Оставил желтеньких чуть-чуть, чтобы малыш поел. Что-то он прям очень ему нравится это дело. Ну, много еще. Вот здесь вот много зеленых. Так что, ну, что созреет, то созреет. Ну что же, всем пока. Вы были на канале в гостях у Елены. И вы посмотрели на наш урожай перцев, что мы собрали в сентябре.